взрывается только по истечению времени. По идее, она должна взрываться после смерти цели тоже. Я могу ошибаться, но, по-моему, так и есть. Так написано, по происшествии 12 секунд или при рассеивании эффекта он взрывается. Ну, так когда, когда рассеивается при смерти. Умирает, оно же попадает в эффект. Нет, ну, понятно, взрывается. Это рассеивание точно, или просто что есть, кажется, что просто она не взрывается. Я не знаю. Да, в Элеме у нас он, ой, Нунзат и Алекс. Да, в Элеме. А кто второй хил? Привет, ДЦ. Я запустил, зайдите в инст или буду кикать, менять на пугов. Так мы же сейчас мимо трэша будем бежать, да? Да, наверное. Скажешь, что до кадыры бы поставить? Так, перед боссом будем ставить, наверное. Okay. Чё, Сомер, тебе теперь печеньки с Геры только остались, да? Да, да. Я думаю, может быть, попробовать усилки в дух перекинуть и в скорч. Спек, ну, добровой скорч, дамаг. Мне кажется, побольше будет. Хосты мало. Это, ребят, почту, кого есть, можно поставить инженер? Нет, нет. Или я так пройду? Вон почта стоит. Сколько у тебя выносливость? Открой вкладку и посмотри. 22к без бафа. Открой не информация о персонаже. Нажми основные, на третья строчка выносливость. Нажми на иконку своего персонажа. Там под доступными усилениями есть две таблички внизу. Нажми на левую табличку, на стрелочку, нажми, выбери строчку основные, и там есть сила, ловкость, выносливость. Цифра выносливость, такая зеленая, должна быть. Сколько у тебя? Зеленая 1541. Сколько у тебя очков усиления? 268. Иди и перекидывай все в этот выносливость. А что за много? Нет, я очень мало перекидывала. 1800? Она... Да, чтоб 1800 у тебя было, то есть это где-то... Сними все бафы. Надо. Сними все бафы, чтоб 1800 под сулфом было. Виби, давай шкаф сразу засуманим, а то сейчас ворота откроются, мы только время потеряем. Ну чё, выйдем, перезапустим инст. Подходите к звезде, получайте сопроты. Чё, выйдем с инста тогда сейчас, я не знаю. Да. Там комп. Выходим с инста. Летите все в Далран, перекидывайте усиление. Поэтому я всегда говорю, создавайте коров. У них плюс 165 ставлю сразу. Вот у меня под своими бафами 1874 ставлю. Пока что, кстати, пойду-ка я прем лапну. Без своих баф, почти без всего. Бутылку выпейте на боссе там. Так, без бафов, да, 1800? Да. А нет, ты 1894. У меня без баб и без усилий. Она, мне кажется, спросила, сколько надо, а не сколько у тебя. Так еще ей сказали, сопрот. Сколько надо. Кому еще надо сопрот? Хотя мне, в принципе, Войд, может быть, мне не нужен, у меня талант есть. У меня 80 вполне хватило. Накрытие. А, у меня талант есть. Ты уверен? Ну, думаю, да. Турбо же не юзает. Сопрот.
Тут смотри, если... Идите, чай там себе налейте. Прикиньте усилки, купите ключ. Повышаю сопротивление все. Лучше возьми сопрот и выпей, чтоб ты точно не сдох, а то ты сдохнешь. Повышает сопротивление всем видам магии на один за уровень. В двойку вкачанный. У меня сейчас по 80 сопротивления на всех школах. Там надо сколько? Ты выпьешь сопрот, это будет 180. Ну давай, давай. Сто дает, понял. Так, в инсте нет никого. Кстати, прем почти 300 дает. Без бафа у Матума, Виби, Виалекси. А я была написана. Я проголосовала, не слышу. Чё, ты хочешь набить душу, что ли? Так мы же все равно будем падать от мобов, или у тебя эта хуйня не скидывается? А. Сколько там КДСС? По-моему, ровно 10 или 15 минут действия. Finisher.
я тут. 6 минут, Jesus. Finisher. Fight. Я просто не понимаю, на чё ты рассчитывал? Ты на что рассчитывал? Не дай такого ВП мне, значит, получается, да? Давай колонна, блин, ладно, я тоже по колонну знаю. Не-не-не-не-не, я тоже так колонна отвезу. В эту игру можно играть вдвоём. Оп! Я ж не андет. Решил меня подпалить. Вип, сколько? Че, пойдемте заходи, мне осталось полтора минуты. Ну сейчас подожди. Говорит, убил его. Ой, ты обновил? Угу. Давай, в эту игру можно играть вдвоем. За ИП только записан рука, да? Привет. Из Луджин. Psst.
Никто даже кик нормально дать не могу, я и... Ребята, тут уже в гонг бьют, вы что там повышитесь, блядь? Мы завтра шли проходить, как вы пошутите. А, блядь. Все, давай, пошли, надоел ты мне, блин. Бегун, блин, на ДЦ. Мне что, тебя бандиком нужно было садить, что ли? О, я маленький здорово. Все, нормально. Мне так этот маунт нравится, он, сука, такой здоровый. Бафы раздайте хотя бы. Лапку кто-то дай, даст? Да, да, у меня были барабаны где-то. Ну давай, сейчас мы, она не особо нужна. Подойдем к боссу, я там. Нет, когда умирает цель с живой бомбой, она не взрывается. Чаль. Но ты все равно должен успевать на дамажить, потому что турбо успевал 250-300к всегда дамажить в трэш. Скорч. Как минимум 120к, 100-120к ты должен дамажить. Скорч. Он успевал дамажить. Одного. Он даже когда он играл через фаербол. Свободу пьют или нет? Или не тут? Не тут. У нас БДК нету, да? Ладно, побежали. Надеюсь, мы выживем. Тебе надо было ШВ сначала прожать, потом побежать. Ладно, будем надеяться, я еще раз выйду. Пошли. Ну я добежал, если что. Ланшоплок добежал. Виби добежал? Добежал, отлично. Зачем ты глыбу нажал? Ресайт.
Так, дай мне штурдельца еще. Это, Маликет. Маликет, а ты тут в ДД спекайся, кстати. Тут два танка не надо. Вот не встает. Маленький дуретрика. Он уже спекнулся. Войт, можешь мне этого ассиста дать? Я сам отчет сделаю, чтобы все грамотно прожать. А то мне не хватает 5 секунд, чтобы все свои бурсты по фулу. И либо на 10 секунд сделай отчет. Феолексий, Маликет, я тебе дал, ты сам давай отчет. Угу, да, хорошо. Это этот, который со стенами горящими, я уже не помню. РЧ на пул давай. Не запускай только раньше времени. Так, Виолекси, где? Ты лапу, башню. А сейчас лапу дам, да, забыл. Все так. Сейчас я дам отчет. Даю отчет. А, отошел это. Че будет пишет? Блин, нет, стой, не идем. Он, блин, вот. Войт такой войт. Ты говоришь, ну все, погнали. Молодец, на войде. Не, ну внутри сундука мы явно закроем. Ну, на 4 вряд ли. Вот с этим вот отойду. Геру, короче, после этого второй сбиралки дашь, хорошо? Проносишь и все. Угу. А у нас Войт в проте, да? Да. Ну, Войт танчит. Понимаю. Все обновляем инст. Блять, Войт, как вот на ход ехать. Назад мы сбегаемся в Долоран. Как только надо сбежаться, бег в Долоран. Лол, насрать на него, от него ДПС. Готово. Я дам отчет, Войт, подожди. Рэнджу держим. Рэнджу держим! Дальше Сомер, дальше Виолет. Да дай-ка остановить, блядь. Погоди, вот сейчас, да, сбиваемся, по-моему. Погоди, да, сейчас. Все, разошлись. Давай, Геру. Чуть-чуть подвинься, Императорс. Блин, сбежаться надо было. Войт, ну ты анонс. Я что, тактики плохо знаю. Херово.
разбежитесь. Как добить ложника происхода? А, вот, электрическая буря, вот под нее надо сбиваться. Ну, за ночь. Не-не-не, стоим, стоим, стоим. Вот сейчас сбегайтесь, сбегаемся, сбегаемся. Все, расходимся. Сбегайтесь, сбегаемся, сбегаемся, сбегаемся. Все, расходимся, расходимся. ММЛОЛ, если ты меня не перегонишь по урону на этом боссе, плохой из тебя дамаг. Молодец! Могёшь! Добивайте тут еще 20 секунд. Рисайте. Я думаю, что не критую, МК-то забыл перекинуть с тебя на кого-нибудь другого. Да, чё, да, умираем. Сейчас Войт этот заберет и умирать идем. Подожди, Войт не забрал еще. Все хорош. Да и шмут у нас разрол после трех сундуков идет обычно. Нужно подойти. Царь, ну целителя. Ну что ты?
Про мультидот слышал? Не, не слышал, расскажи. Что такое дот? Не знаю, это у тебя собаку так зовут? Игра, игра такая. А, понимаю. Слышал про мультидот, называется 78% ведроступа и 21% целитель. Это мультидот. Вперед, стражники! Начнем резню! Они уж на три сундука прошли, лол. Риснете или прибежать? За тут не весь трэш пробегается. Войт, анонс, пожалуйста. Я очень посредственно знаю тактики на эту на взломан. Тут все тактики знают. Надо агро срывать, не надо вперед танков бежать, агрить могу. Куда их мишек, по-моему, убиваем и бежим туда. Или нет? Или сразу бежим? Сразу. Чё, Маликет, дай прожимку, побежали. Побежали. Да, надо было наверху давать. Да ладно, успеем, мне кажется. У меня ещё... А, не, у меня тучки нет. Войт, куда ты побежал? Войт, тебе придётся тело покидать. Ну, он думал, наверное, что он ответит, а мы потом приснем просто. А, нет, он не заденет, нормально. Он думал, что мы просто не сдохнем, что мы бы разбегутся. Наверное. Наверное. Рыбу ставлю. Вставайте, резче, чего вы лежите? Быстрее захитите их, убав ману, пожрали. Ой, назад бафы ты, я пока пожру. Войт, стану на 450 давать по медведям, да? Первых этих бьем, целителей. Сейчас мы просто... Кружок первый. Винтово не достает. Ну я так не могу быстро ману ре. Клятву королей. Тотем. Где тотем? Квадрат.
курсе бейте. Я там стану. Угу. Давай, давай, давай. Хорош. Срочно отойти надо, блять, там соседи, все, короче, если. Ну вот ходи, мы без тебя туда можем. Тайминговый стан. Так, Лайда, проверяйте. А он пока говорил, я его слушал. Вот я тебе базарил, Луан, короче, мешает рейды. Ну давай, будет рейды, блядь. Ай-ай-ай. Давай еще ману фаст пьем. Его. Ману быстрее. Сейчас барабаны дам. Я начинаю, ты медведя танчишь. Геру с полу тогда дашь, короче. Как встанемся, так я тебе скажу, короче. Ну все, в принципе, а, погоди, нет. Танчик, я там скажу, когда. Все, погнали. Тут. Логи. Как вы дохнете? Здравствуйте. Ну, омон не скачали. Хильте лучше. Так у меня есть омон, но я там даже не близко был. Может бернить или не откатиться? Чем бернить тебя? А, понимаю. Ладно, царь, поднимай императорцев. Так и быть бернем. Давай, царь. А в КД, ребят, сейчас. Давай без отмазок, царь. Сказали, ну, поднимать, ладно, поднимай. ТП за это. Не могу бернить. Сальву по царю обезьян быстрей, Маликет. Маленький на кухне.
что-то не понял. Ухо твое сказал поднять тебя. Салеву по царю. Салеву, спасибо. Там Биби сорвать может. Ну, значит, Салеву по Биби дай. Ты забери, пьем. Или Боб. Не знаю, что. Почему он меня бьет? Баг какой-то. Да, ребят, с вами только на 4 сундука ходить. Я говорил, что я вагон. Заброс ведите, лучше нет напулов. Так я ж тебе говорю, я в Умане стоял ниже тебя, Меликет. Дольше, больше времени. Но, видимо, одной глыбой я сорвал. Да, сюда бы турбо еще и чулана. Он вместо млова. Бегите быстрее. И мы бы закрыли на 4 сундука. Сейчас будет трэш. На нем аккуратно дамажьте. Только когда танки очень хорошо наберут агро.
Если вы будете издыхать, мы не убьем третий сундук. Сразу разойдемся. Подождите. Ты что, всех. Что-то встретился? Что там надо? Кольцо? Мне ничего не надо. Может, тебя закинули хотя бы? Вон там сагрили двоих. Троих даже. Ребят, ну вы можете смотреть, куда вы бежите, блять? Вы что, вы не видите свою жопу, куда вы направляете? Какого хуя вы понагрили, стоп? Кто сагрил эту хуйню? Если быстрее. Давай, лежите, не вставайте, я порезаю сейчас. Приду. Кого порезаю? Все бегут. Встал, блядь, быстро, Вин зашел и побежал. На коня и побежал за нами. Еще раз говорю, аккуратно стоим. И побыстрее бежим. Двум танкам даем время на агро большое. Не срывайте мобов. Не агрите лишних. Не идите вперед танков. Если вы. Быстрее подъезжайте сюда. Быстрее подъезжайте. Не сагрите справа мобов, их нельзя агрить. Короче, надо, чтобы мы пульнули в 6 минут третьего босса, тогда мы на крестингу успеем. Надо, чтобы сейчас никто не сдох. Прожим смерти на плащ. Босс один хуй манекен. Ведем и бьем одновременно. Кого может не агрить? Я могу окно уже припадать. Что там хождение по воде? Шаманов?
до полиона скидывается. Да, да, Манус, ну сейчас мы добьем. Пока вроде бы успеваем. А ИД-то есть. Все, садимся, быстрее побежали. Тут очень аккуратно, не перегреть. Вперед танков не лезть. На Давайте, пока успеваем. Бейте глазки и нажимайте прожимки, пошлите. А свобода есть у кого? Нет. Битак успеть. Главное, чтобы вперед танки бежали. Стой. Сядь мотоцикл, бит и ехал, знаешь. Давайте, у нас 2 минуты осталось, ребят, до нормального пула. Поехали, там Войт, Маликет, потом прожимки дадут. Главное, чтобы Вибби успел туда добежать. Да похуй на него, все, поехали. Потом суманем, насрать на него. Сейчас не споткнитесь только. Войт, прожимку, мы пробегаем. Оплетение. Давай, главное, чтобы Виби выжил.
Виби живой? Диван, да, диван. Не успел или успел? Хорош. Все, Виби, снимай шкаф. Кто там сдох? Вот Сомер, Войд, покидайте тела. Сейчас шкаф поставим, быстро засумоним, ребафнем его. Пахаться на ходу уже надо. Маленький, будешь в ретрике, я один танчу. Сумоньте их двоих быстрее. Ты один оттанчишь, думаешь? Рыбой отбивайтесь, у кого там мана побыстрее. Рыба. Ауру на резист огня. Вместо... На броню поставь одну. Прута ауру верните. Вместо воздаяния. Огня и... Я сука, тут уберите я молоток нам. Воздаяние минус. Чей воздаяние стоит? Все, хорошо. Сейчас дам барабан. А пока успеваем. Давай, подойдем сразу. Все. Сальву. Бой упал. Царову сейчас. Ложитесь. Диван есть или в КД? Да, дали уже диван. Можем еще попробовать в два танка пульнуть. Ресайте, давай быстрее, да. Ресайте. Может быть, успеем за 4 минуты. Точечно, да, ресайт, да. Как ты сдох-то? Что случилось? Да, споткнулся, упал. Очнулся гипс. Понятно. Точечно, точечно, давайте быстрее. Текущий удар, 8-9. Да, здравствуйте. Че, успеваем или что? Да, можем успеть. Еще 10 минут осталось. Блядь, тогда каску. Каску могу. Лапу. Дал барабаны. За мне не дались. Дебдилку на мага. Нажми лиз какой-то, блядь. Да, нажимаю, нажимаю, он 2 секунды. Стопните ДПС. Сейчас Котя будет. Высекайте. Кота все. Тотем.
тотем босса. Сколько рыси? Три? Когда гер давать? За последние, скажи. Давай Геру попробуем, я не знаю, мне все равно не успеем. Тотем. Тотем. Сальву на мага. Тотем. Сзади. Ну молодцы, Юрс. Когда скажу, даже сакру время. Ну ладно, уже поздно. Добивайте риса, все. Кольцо. Ну чё, я вас поздравляю, вы ракообразные существа. Да не, моб есть. Сейчас заберем сундук. Где ты моба видишь? Вот я не вижу. Стоит. Нормально полутали. Чё, пошли? Я забрал там 2 троллейбоя выпало. А, шутник. Пошли, этот, кто он? Как он называется? На ступеньки на эти. Птица. У тебя есть этот маунт? У меня нету. У кого-то есть. Так, а куда идти-то надо? Сюда или куда? А, сдыхать надо что-то? Нет, не надо сдыхать. Но мы уже сдохнули, ладно. Ну, значит, по-старому идем. Не, надо по ступенькам выйти. Они же рядом с центром там. Вставай спиной, умираешь, не танчи этих дураков. Ой, это ты видео не писал?